Так, небольшое включение из деревни Бахари. Вчера приехали запчасти вот на этого вот китайского молодца. Запчасти в виде новой свечи зажигания с новой катушкой зажигания. Вот, катушку поменять не удалось, потому что там закис один провод, а к нему подлезть, ну, очень, блин, непросто. А вон он там вот справа. Открутить его не удалось. В общем, поэтому катушку я пока оставил старую и провод. А вот свечу поменял. Свеча сейчас хорошо сидит. Никуда не собирается выскакивать. Вот. И сейчас мне нужно будет попробовать каким-то образом Таню с Наташей довести куда-нибудь до подножия Полюда. Чтобы им сократить пешую часть пути. Я думаю, что наверное, где-то километра 4 хотя бы удастся их подвести, это уже будет успех. Еще сейчас ездил до поселка Бахарей. И как следует дал просраться, в общем, квадроциклу. Вроде как нормально все. Но когда поехал по Полюдовской в начале самом, он немножечко, как сказать, глохнет. То есть, когда ему даешь большие обороты, поддаешь газу, он такой типа и захлебывается. Вот. Пару раз заглох. Короче, вот сейчас посмотрим и попробуем. Немножечко удручает то, что прошлый опыт эвакуации квадрика из леса чуть не закончился лишение меня глаза правого, потому что оборвался трос, которым квадроцикл был привязан к УАЗику. Оборвался и сыграл в обратную сторону и ударил мне по лицу вот так вот. Так что я немножечко очкую. Вот, кстати, трос. И да, мы тащили жестким тросом от лебедки, потому что стропы не было. Вот, я к чему. Буксировать его очень не хочется. Надеюсь, что все получится. И своим ходом удастся их отвезти и вернуться. Ну какая техника тут ездит. Это транспорт полюдовцев, ребят, которые там раньше отвечали за телевизионное вещание по району. Сейчас там, в общем-то, практически ничего не осталось, кроме небольшой части имущества в виде вышки. И вот туда не ездят на демонтаж. Вчера еще нашел небольшую инструкцию на форуме про вот эти квадрики АТВ-300. Про то, как немножко гидроизолировать, значит, электрическую часть и подготовить квадрик, ну, каким-то водным таким препятствием. Потому что вот на данный момент любая лужа, она вообще, как нефиг делать, выводит из строя квадроцикл. Потому что свеча, смотрите, как расположена вот там вот. Это нижняя треть мотора стороной идет прямо к колесу. То есть все говно, вся вода, все летит туда. И это дело надо каким-то образом изолировать хорошо, чтобы вода вообще не попадала никак. Так, любая лужа и все. Прочитал, что катушку зажигания переносит выше, что вот этот блок с электроникой, который находится вот тут вот, что это дело все там изолируют, в какой-то контейнер ставят. Вот. Я так упарываться не хочу, конечно, но что-то бы, конечно, сделать, чтобы, в общем, обезопасить квадроцикл от проезда. Ну, в общем, от плохих последствий. Вот такие вот дела.
Так что пока еще день-два в деревне живем, может быть, что-то удастся сделать, а может быть, нет. Вода по-прежнему понемножку падает, к сожалению. Поэтому на таком большом корыте, как Прогресс, приходится филигранно лавировать между мелководьем и фарватером. Такие вот дела. Но зато, в принципе, я фарватер уже выучил. Обычно все это покрыто слоем воды. А сейчас единственная напасть — это оводы, которые с удовольствием летят на черный квадрик и на горячий мотор. Сделал два рейса, отвез Таню и Наташу прямо к подножию. Народа много даже в будни. Встретил две группы, двоих чуваков на мотоциклах и еще одного такого заочного знакомого, который занимается здесь таким извозом туристическим из поселка Бахари. Так что люди есть даже в будни, не только в выходные.